Здравствуйте, уважаемые подписчики сервиса «Картина ТВ». Меня зовут Андрей Райх, и я являюсь генеральным директором. В последнее время мы вынуждены были отключить несколько каналов. Это связано с тем, что страны европейского сообщества ввели санкции против этих каналов. Те компании, которые предоставляют эти каналы, полностью работают в нелегальном поле. В соответствии с законом мы вынуждены были их отключить. В последнее время телефоны нашей техподдержки перегружены. Вы все пытаетесь дозвониться и узнать, в чем причина. Я сейчас попытаюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Первый вопрос о том, вернутся ли каналы. Они вернутся, когда будут сняты санкции европейским сообществом. Второй вопрос касается понижения цены на подписку. В последнее время мы добавили различные онлайн-кинотеатры «Старт», «Иви», «Море ТВ», «Премьер» и другие, каждый из которых стоит от 3 до 5 евро. Но, несмотря на это, мы попытаемся решить вопрос и задумаемся о снижении подписки. Ну и последний вопрос касается, можно ли отказаться от подписки. Да, от подписки вы можете отказаться согласно вашего договора на нашем сайте в вашем личном кабинете. Ну и напоследок я хотел сказать, что в это трудное время, я надеюсь, вы останетесь с нами, и мы пройдем этот отрезок вместе. Ну и закончу свою речь словами известного персонажа. Прошу нас понять и простить. В любом случае мы лучшие.